Налаживание народных мостов. Так Павел Коньков охарактеризовал съезд Ассоциации иностранных студентов, который проходит в эти дни в Иванове. Наш регион встречает команды вузов со всей России впервые. Губернатор принял участие в торжественном открытии съезда. После такого мероприятия об Иванове узнают более чем в 30 странах мира. И 14 городов представлены сегодня на этом знаменательном событии. Мы рады принимать Всероссийский спортивный съезд Ассоциации иностранных государств, потому что мы студенческий город. Съезд проходит под лозунгом «Мировая игра». Команды вузов будут соревноваться в мини-футболе, стритболе, дартсе. Организаторы планировали еще пляжный футбол, но суровая русская зима не закончилась даже в мае, чем немного напугало жителей теплых стран. Комфортно, да, но просто зимой чуть-чуть трудно мне, потому что у нас всегда там жарко, и так, на первый раз, вообще, в этом году вообще очень холодно, да я даже не ожидал. Задача съезда – привлечь молодежь к спорту. Впрочем, студенты смогут не только продемонстрировать свою физическую форму, но и принять участие в дискуссиях за круглыми столами, обсудить вопросы обучения иностранцев в России. Среди иностранных студентов очень много талантов. Но когда люди приезжают, сидят по себе в общежитии, в комнате, нет возможности проявляться. И, соответственно, через эти мероприятия очень много добиваюсь хорошего. И, соответственно, я думаю, что это очень важно, очень полезно и для объединения, для знакомства, даже сказать, познания России. Действительно, участие в съезде Ассоциации иностранных студентов – это еще и возможность путешествовать по России. По окончанию всех состязаний путем жеребьевки определят следующий город, который примет команды вузов. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.